А дело абсолютно, почему и приходится, к сожалению, я не буду скрывать, это моя дочь. И я защищаю интересы дочери, что вполне допустимо в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Я имею право выступать защитником в отношении своего близкого родственника, тем более в отношении дочери. И поэтому я принимаю участие и езжу, причем не в рабочее время, а я беру отпуска на это время и езжу туда в суд.